я думаю, на наших. Ой. Ну и что это такое? Это пропускает. Ну, еще один, да ёпара святые. Этот встал уже, балбес. Там машина едет. Слава, она там стоит, вот это вот. Чего нас ждешь? Где поближе подъехал? Что творится? Что-то уже работать не хочется с такими водителями. Хорошие новости как-нибудь принес. Но вроде бы этот год должен быть лучше, чем на все времена. Я думаю, такого, как этого года, уже у меня не будет. Да? Как? Да не дай бог. А что? Весь год. А? Да весь год такой же. В смысле, вы имеете вот этот год, что да, заканчивается, да, плохой год. 21. Да, что в нем хорошего? Одни стрессы. Ну, одни стрессы. Украина пугает войной этой заразы. Ну, это туда я уже меньше всего внимания обращаю. Понимаете, у меня там дача от счастья. Такая хорошая дача, жалко бросить. Я ну так... а что, считайте, что ее уже нет, это если только отвоюют ту территорию, ну, это да. То только тогда, а так. Сколько брошенных дач, такие дачи, вы знаете, дворцы, все зарастает. А здесь сколько вот брошенных, вот тоже вот на этом вот, на металлист как ехать, сколько там брошенных, ой, я уж не говорю тут. Куда-то на любые дачи, значит, на участки заедет, просто а брошенные. Эти ж твари лазают, что они творят эти пацаны? И пацаны, и пьяницы, и алкаши, они ж лезут, бомжи. Ладно, там залезли, да? Так они мало того, что они залезут, они все пораскурочат. Там... Не, ладно бы украли что-то. Слушайте, он сдает назад. Не, это я качусь. Вы знаете, там одну дачу у нас там. Ну, не одну, я просто хочу за одну дачу рассказать, что они выдирали окна.